В столице Верхневолжья открылся 9-й международный книжный фестиваль «Тверской переплет». Трехдневный праздник любителей литературы, отпечатанный на бумаге, во время которого проходят десятки мероприятий. Одним из них стала презентация художественного романа о событии, которые до сих пор не оценили по достоинству в нашем регионе – Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, которая отправилась именно от наших волжских берегов. Тверь все-таки потихоньку начинает осознавать, что почти 300 лет назад именно она стала отправной точкой совершения великих географических открытий русского севера. Именно в нашем городе собирались люди, припасы, строились корабли для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Теперь все желающие могут увидеть ее глазами мальчика Лаврентия Вакселя, чей отец Свен Ваксель был одним из командиров. Каждый шаг ребенка, подчеркиваю, ребенка в этой экспедиции, который прошел все 10 лет этой экспедиции, который ушел отсюда, из Твери, на построенных кораблях 4-летним ребенком, сын офицера, в 12 лет рядом с ним, можно сказать, даже на его руках, погибал Беринг. По словам Сергея Панюхина, он в соавторстве со своей супругой старались максимально следовать всем историческим фактам, чтобы было минимум традиционных для художественного романа додумок. Тоже можно сказать и про вот эти иллюстрации, которые помогали гостям презентации лучше представить, как все начиналось. Автор работ Александр Кулемин отмечает, что на них Тверь, корабли, пейзажи изображены очень достоверно. Все здесь это соблюдено в масштабе. По описанию там был оркестр. И какой-то там крестный ход, во-первых, был. То есть это все народ на мосту так и было? Абсолютно, все, совершенно точно. И именно это место. Когда я начинал, я делал вот около Отрочь монастыря начинал рисовать. Мне искушенные люди все сказали. Кстати, иллюстрации в самой книге нарисовали тверские суворовцы. Так что она интересна будет читателям всех возрастов, которые теперь смогут сами в яркой художественной форме узнать, что же увидели глаза юного участника Великой Северной экспедиции Лаврентия Вакселя. Какие открытия совершили его сотоварищи, какие трагедии пережили. А самое главное, какое значение имело это невероятное путешествие не только для отечественной, но и для всей мировой науки. Которое можно